Значит, что вы думаете о письме Данилы Козловского? Думаю, что Данил Козловский написал прекрасное письмо, что доносчикам и клеветникам надо отвечать, и что Бородин поплатится, потому что юристы у Козловского хорошие. Они уже подали в суд и о защите чести и достоинства, и об опровержении клеветы. Тут же, понимаете, не нужно думать, что это государство будет защищать своих адептов, своих клевретов, своих доносчиков. Нет, это иногда оно будет даже их показательно наказывать. Принцип «доносчику первый кнут», он в России всегда был, знаете, очень актуален. И у Максима Горького содержится к этому замечательная, замечательная иллюстрация.